Добрый день! С вами Довина Наташа, художник компании «Таир». Сегодня мы с вами поговорим о нашем замечательном продукте – замедлителе высыхания акриловых красок. Что он делает, понятно из названия, но хотелось бы подробнее остановиться на его возможностях и провести ряд небольших экспериментов. Акриловые краски очень быстро высыхают, и многие любят их именно за это. Особенно ценится данное свойство в декоре мебели и интерьера, когда межслойная просушка занимает около 10-15 минут. Современные художники и иллюстраторы, работающие в небольших форматах, тоже считают быстрое высыхание огромным плюсом. Однако иногда хочется замедлить процесс образования пленки при работе с акрилом, иметь возможность дольше поработать с краской в поиске нужных оттенков или плавных переходов. Это касается художников, которые любят работать на больших холстах, либо привыкли писать масляными красками. Иногда жалуются на слишком быстрое высыхание акрила те, кто создает работы в технике флюид-арта. Конечно, можно периодически сбрызгивать палитру и холст водой, добавлять акриловые разбавители, но это дает очень небольшую отсрочку. Другое дело – специально разработанный медиум – замедлитель высыхания акриловых красок. Он дарит возможность продлить процесс загустевания краски и образования финишной пленки на несколько часов. Замедлитель высыхания выглядит как прозрачная гелеобразная субстанция. Он на водной основе, поэтому не имеет сильного специфического запаха. Единственный минус – из-за консистенции его не очень удобно доставать из банки. Можно использовать мастихин или кисть, а можно попробовать для удобства переложить в пустой пластиковый тюбик с острым носиком. Так будет легче выдавливать на палитру нужное количество замедлителя. Проведем небольшой эксперимент. В верхней части холста нанесем чистую акриловую краску прямо из банки и запустим таймер. Краска высохла естественным путем за 5 минут. Рядом нанесем эту же краску, но густым пастозным слоем. Через час краска просохла только там, где слой был тонким, а в густом маске она до сих пор свежая. Через 2 часа на высоких мазках начала образовываться верхняя пленка, но внутри краска еще свежая, мазок можно промять. Через 3 часа краска твердела окончательно. Смешиваем краску с каплей замедлителя. Делаем также 2 варианта – в тонком нанесении и в густом. В тонком нанесении ощущается, что краска лучше разносится, благодаря желеобразной консистенции замедлителя. Через 5 минут краска все еще живая и пачкается. Чтобы полностью высохнуть, ей понадобилось 10 минут. Это в 2 раза дольше, чем без замедлителя. В густом нанесении через 2 часа пленки на высоких мазках все еще нет. Через 3 часа пленка образовалась, но ее легко деформировать. Внутри краска загустевшая, но еще живая. Краска с каплей замедлителя отвердела через 4 часа. В третьем варианте возьмем 3 части краски и 1 часть замедлителя. Делаем также 2 варианта – в тонком нанесении и в густом. В тонком слое через 10 минут краска еще живая. Она высохла минут через 15. Заметьте, что сам финиш краски стал более глянцевым. В густом мазке через 2 часа краска все еще находится в рабочем состоянии. В нее можно добавлять другие оттенки и делать плавные переходы. Через 3 часа краска заметно загустела. Для полной полимеризации краске понадобилось 5 с лишним часов. Вывод. Все зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Если вы хотите слегка улучшить разносимость вашей акриловой краски и получить возможность поработать с ней немного дольше, то добавляйте совсем немного замедлителя. Это очень хорошая идея, если хочется сделать плавный переход оттенков или нужно равномерно окрасить большую поверхность. Если вы пишете картины в пастозной технике и хотите продлить период работы с акриловыми красками на несколько часов, добавляйте около четверти замедлителя по отношению к количеству краски. Учитывайте, что замедлитель повышает яркость и блеск акриловых красок и добавляет им немного подлипания в финише. Также хочу сказать, что добавление слишком большого количества замедлителя, больше чем наполовину, несет в себе уже негативные последствия. Краска становится слишком желейной и начинает полосить. Ухудшается ее сцепление с поверхностью, краска может не высыхать до суток и более, а после высыхания становится очень липкой. Как работать с замедлителем? В живописных техниках есть 2 варианта работы. Первый.
заранее подмешать каждой краски на палитре по капельке замедлителя и дальше уже вести работу, как обычно, смешивая краски. Этот способ хорош тем, что и на палитре краски долго останутся живыми. Второй. Выложить на палитру краски и отдельно небольшое количество замедлителя. Тогда при работе нужно периодически дополнительно макать кисть в замедлитель. Отдельно хочется вынести работу в технике Fluid Art. Для этой техники каждый цвет замешивается сперва в отдельной емкости. Краски доводятся до нужной консистенции разбавителем акриловых красок, либо акриловым лаком. Я же рекомендую в каждый замес дополнительно добавить капельку замедлителя и тщательно перемешать. Это позволит дольше работать на холсте, делать смешивание, вливание и перетекание, не боясь, что вот-вот начнет образовываться финишная пленка. Надеюсь, это видео было полезным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, приходилось ли вам работать с замедлительным высыханием акриловых красок. Или вы, наоборот, цените акриловую краску именно за ее суперспособность к быстрому высыханию. Творите с удовольствием и до новых встреч!